Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Батя 73. С вами я, Лёха. Мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Сейчас мы отправимся к панам Палмер для возврата тачки и груза. И чтобы она нам помогла найти доктора Хельмана для, короче, извлечения из нас биочипа. В общем, погнали. Так, у нас здесь точек перемещения, конечно же, нет. Но давайте вот ближайшую сюда по трассе переместимся. И сейчас тачечку вызовем и погоним. Так, пушку надо убрать из рук. Во-первых, так, во-вторых, тачка. Ой, блять, переборщил, ладно, поехали. Ну, так, кстати, получше. Такой камерой. Ви! Ви! Василик зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронутся или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно. Спасибо. Это потом. Сначала мы займемся вот этой миссией. Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Меня называют Эль Капитан, а тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всем позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришел ко мне по делу. Бизнес — это я. Помни об этом. Есть, капитан. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Мотоцикл? У меня есть все и недорого. В общем, если что, сигналь. Погнали на миссию. Эй, привет, панам. Ты Ви? Где моя тачка? Узнаешь, если согласишься мне помочь. Ха, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина? Эй, тише, успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо сбить транспорт Кантао. Будет непросто. Мне надо знать, потянешь ли ты. Что за хуйню ты несешь? Насчет тебя или насчет дела? Ави Кантао будет пролетать над равниной Джексона. Это вроде как хорошо. Ха, да не то чтобы. На борту будет один тип, он-то мне и нужен. Да блять. А потом я тебе скажу, где товар, и помогу его вернуть. Ну, как тебе план? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила.
Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Босс? Который с Виста Дель Рей? Не знал, что ты работаешь на 6-ю улицу. А что, нельзя? Да нет, можно. Они до сих пор сходят с ума по звездно-полосатому флагу и американской мечте. Ну да, сходят. Но мне вообще насрать. Они хорошо платят, остальное похуй. Ну, куда теперь? Лагерь Аль-де-Кальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ладно, поехали. Садись. Клевая тачка. Просторная, практичная. Заткнись, пожалуйста. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Знаешь что, хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришел, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Может, она об этом не знала? Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает все. Наверное, даже то, о чем мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью ее гребаного плана. Вот и все. Бестия просто сука. Нечего ее оправдывать. Может и так, а может и не так, хуй знает. Короче, выясним попозже информацию. Ох ты, кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. По нам. Время не ждет. Я знаю. Стилеты меня наебали, теперь я хочу наебать их, но без вас не справлюсь. Поехали со мной, вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут,
пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Справимся и без них. Пасть закрой. Ебать, иди ты нахуй. Мич, не будь говнюком. Помоги. Не засадь просто. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас сгребу снарягу и больше вас доставать не буду. Просто засали, пацаны. Остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Привет, панам. Ты к нам надолго? Не, на 5 минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, панам. Ты привела новенького? Покажи, что ты продаешь. Смотри. А, у меня денег нихуя нет. В любом случае ничего не куплю здесь. Надо такую хрень. Все вот так вот. Мне ничего не хватит. Ты привела новенького? Сол уже знает? Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Панам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Ну, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Присматривай, кидай багажник. Можем ехать, залезай. А ты, похоже, не признаешь авторитета. Да, поездку, ребят, сольем. Смысл, потому что я не вижу здесь пустых диалогов. Чего? Ничего. Все, мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Руки Риджмин. Твей мертвого. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь?
Тут ничего не работает. Все отключено. Мы это исправим. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить питание. Проверим вон ту подстанцию. Окей. А давайте мы сначала все облазим. А. Нашел. Он пулеметчик. Нет. Я вот. А, ты заходи, найс. Гриночка. Немного кое-что подпиздили. Погнали дальше. Я нашел выключатели, но питания тут нет. Неважно, спускайся. Я знаю, как удивить этих мразей. Не зря силу прокачал, кстати. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Окей. Найди питание, а я поищу точки доступа. Ага. Мало ли, сколько их подъедет. Может, целая бригада? Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься. Я все придумал. Поиграем с ними на перекрестке. Вот это я понимаю. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Так пока она едет, давайте мы снаряжение глянем. Что-то мне нового есть, что-то нет. Найс, бронька. Тут мне получше нравится просто. Вот, этот уже, вот уже более-менее такой вид. Человеческий. Так, здесь что? По стволу. Да, по пулемету у меня лучше, нет? Угу. Прокачали. Так, все.
панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Ключи питания внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Босс. Эй, ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Да будет свет. Зацепи чип от тачки, он у водила. Девица с ракезом. Норм пример. Или ловушка. Вперед. Прочешите тут все. Я буду внутри. Давай еще попробуем там по стелсу. Если не получится, то разъебем их. Ушли?
Так, а что здесь делать-то, нахуй? Торопиться не будем. Все, тир можно закрывать. И вот так вот. Нам удалось надыбать. Так, у меня характеристика есть, так, давайте. До девяточки технику. Гранаты я пользуюсь, давайте накину. Гранаты. Пушка. Снайперская винтовка. Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки-Ридже. Этот мудак не приехал. Значит, дело с самого начала было вместе? Да нихера подобного! Или ты не хочешь говорить честно, или вообще не знаешь, чего хочешь, и непонятно, что... Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Значит,
Значит так, сначала закончим сделку с шестой улицей, потом поговорим про Нэша. Когда потом? Когда он узнает, что мы устроили в Рокки-Ридже? Сегодня у нас есть шанс застать его врасплох. Ебанулась? Ты хочешь напасть на их базу сейчас? С товаром, который мы только что отбили? Товару ничего не будет. Ви, я должна это сделать. Понимаешь? Ладно, погнали, съебем их. Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда. После переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Я тебя понимаю. Правда. Меня самого тоже однажды так предали. Ты им отомстил? Не успел. Кое-кто другой оказался быстрее. А если бы успел, ты бы отомстил? Конечно. Без вариантов. Скоро все кончится. Поездку скипнуть нельзя, да? Ну что, вперед? Сейчас дай ему. Сейчас, может быть, это какую-нибудь оружку нормальную зафармим или что-нибудь такое. Или одежку нормальную с броней. Что, сука? Ты что, думал, я тебя прощу? Очень круто, Ви! Перезаряжают! Ебало, блядь, твою завали! Я тебя в клочья порву! Всех порвём. Яблочко! Сука, хэдшот. Осторожно! Заебись! Чётко. Минус. Со снайпа выкурить их. Внимание! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Стань, вылез! Блин, а побольше пушки не было? Не ори, блядь. Хэдшот. Я тебя в клочья порву. Хэдшот. Прямо праздник какой-то. Перезаряжают. Все равно найду. Хэдшот. Я тебя в клочья порву. Хэдшот. Хэдшот. Это было клёво. Ви, берегись,
большой пушки! Прижите его, и я проставлю! Yes. Тебе конец! Ну давай, вот тогда я! Прямо праздник какой-то! Пока подождите, я пойду пособираю все. Нормально со снайперки постреляли. Подшотиков пораздавали. Так. Так. Сейчас мы все залутаем. Продажу. А этот машин как-то залетел, ну ладно, хуй с ним. Привет, бестия. Она. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы, правильно? Нэш мёртв. Одна проблема решена. Ты довольна? Угу. А что с товаром? Нэш его уже не даст. 1C9. Но если вежливо попросишь, я, наверное, смогу помочь. Не заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за предложение. Я уж думала, не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту. Поехали отсюда. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Привет, босс. Товар у меня. Эй, обижаешь. Давай встретимся у мотеля Sunset. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. Все, встречу я назначила. Добьем сделку и займемся Хельманом. Идет? Звучит неплохо. Че, может, бабла подзарубим? Сливаем поездку. Не, неплохо вышло, в принципе, постреляли. Но урона маловато. Ну, хотя, в принципе, с одного хода они почти все падали, кроме босса. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет.
Привет, босс. Панам! Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. Ха. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Ха. Бонус? Работаем вместе. Ха. Да ты меняешь напарников, как перчатки. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Все нормально. Ну что, пойдем выпьем? Погнали. Кстати, пока тут перерывочка идет, давайте мы наряжаниться зайдем, что тут интересного мы подобрали. Да, как-то так. Шмоточек, ничего у нас там нету хорошего. Что-то есть. Вроде бы как-то так. Стилетов выкосили, 6-й улице угодили. Хороший день для Панам Палмер. День еще не кончился. Может, ты меня сейчас доведешь? Ты ебать охуевшая. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет, пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? 2 брозофа, пока все. А что ты привезла для 6-х? Что за груз-то? А ты не видел? Баллоперидол. Лекарства для киберпсихов. Они их продают? Ну да, по своим каналам. Подпольным клиникам и риперам. За все, что нас ждет впереди. За все хорошее. Хуй, я сейчас на залп засадила, блядь. Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Ну ладно. Переключаемся на мои проблемы. Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой. Мне надо еще подумать и кое-что подкорректировать. Потом обсудим подробности. Проще всего было бы снять номера тут. Недалеко и удобно. Возьмемся за работу около полуночи, чтобы поменьше светиться. Как тебе? Ну, давайте намекнем мне, короче, на эту тему. А может, снимем одну комнату? Пожалуй. У Ноа в каждом номере по 2 кровати. А, сука. Ну, ты... А, блядь. Ну, я думаю, вот это, короче... Ладно, не настаиваю. Отдельные кровати. Сука. Но мы возьмем одну комнату на двоих. Только на эту ночь. Я был близок. Пойду посплю немного. Но она мне ведь обломала. Ну ладно.
Наконец-то начинаю немного отходить. Наверное, упаду в кровать и сразу усну. Тебе тоже лучше отдохнуть. Это только начало. Само собой. Так, а может, пока пускай найдет комнату, а я пока схожу, вот я вижу, что такой автоматик, солью все, что мне не нужно. Запись, да? А, вот он, да? Все, тогда все. Вот так вот, да, давайте сделаем. Пять ка у меня всего лишь. Пока очень и очень мало. Все на этом. 2400 я поднял. Идет. Что ж, ребят, давайте на этом завершим серию. В следующей серии будем заниматься поиском этого доктора. А пока все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Всем пока!